Ничего не понимаю. Фета, что с тобой? Пропал аппетит. Жвачку жевала. Посмотрим, может, на травке настроение поднимется. Или с желудком что-то. Никак не могу понять. Вчера вечером угостила небольшим кусочком хлеба. Обычно я хлеб не даю своим животным, но тут нам дали, ну и угостила на свою беду. Достала свою запылившуюся аптечку. Такое вот лекарство. Выпоили Фете 20 кубиков. И еще было у меня такое для пищеварения, не знаю название, такой порошочек. На камешки, на песочек похожий. Выпоили его. А Фета пошла в хлев. Пока что без аппетита. Посмотрим, как будет дальше. Дела у Феты не очень. Померили температуру. Температура 42. Дала нам ветеринар антибиотик на 3 дня. 3 дня от температуры. Название не скажу, не знаю, что дали, то вколола в мышцу. Вот, бедняжка моя. О, чуть-чуть как понос какой-то. Эй, девочки! Вот, будем лечиться, смотреть, что тут у нас получится. Пока Фета болеет, девочки на улице гуляют. Сначала гуляла Селена, Инка, Смилга. Теперь вот эти две. Пока что тебе не хватает. Еще не успели прикупить. А так им веселее возле забора. Свои рядом, плакать не надо. Фете немножко лучше. Начался понос, правда. Вся попа грязная. Ждет ее уколы, антибиотик и обезболивающие вот, вместе от температуры. Да, малыш, да. Ужас как. Бедняжка моя. Малявки пробуют ее гонять. Почувствовали силу, но ничего, сейчас их покормим всех и выведем на травку. А Фета останется здесь до полного выздоровления. Лучший на свете пациент мой. И я хочу тоже. Ой-ой-ой, за много вылили. Ай, мой хороший. Фетуся моя чувствует себя немножко лучше. Понос уменьшился. Вот. Уколы только что сделала, поэтому она привязана. Долизываем лекарство. Очень вкусное. Пациент мой любимый. Так что дела у нас идут на поправку. Вкусняшка. Только уже чувствует себя хорошо. Сегодня паслась на поле. Часа 4, наверное, если не больше. Уже по чуть-чуть кушает зерносмесь. И тут картофельные очистки. Фета чувствует себя уже хорошо. На здоровье не жалуется. По чуть-чуть восстанавливается молочность. Правда, медленно, но все должно быть хорошо. Сегодня у нас наконец полил дождик. Зазеленеет травка скоро. Из коз гуляет только мой тирамису. Девочки сегодня побудут в хлеву. Побаиваюсь я на мокрую траву выпускать. И так какают не горохами, а такими не пойми чем. Чтобы не вызвать понос, пускай лучше сегодня отсидятся дома. А плюс, если начнется сильный дождь, не будет кому их завести в хлев. Так что сегодня у вас выходной.
смотрю на Инку, она такая толстая делается. Все-таки беременная девушка моя. Красотка. Гулять моя Фета хочет. Да. Фета полностью поправилась. Теперь будет пастись вместе с остальными козочками.